снимаем классный влог с овцой! Она немножко сейчас голая, вам лучше не видеть, хотя... Женщина носит подушки, почему бы нет? Мне сегодня попалась очень ржущая модель. Всем привет, меня зовут Овца, и я пришла сюда за 1200 полежать в парке. Я добавляю фоточки в Инстаграм. Всем уже бывшим я скинула свои фотки, охуенно. Поняли. Теперь я буду добавлять, короче, в Инстаграм. Прекрасная Екатерина. Лежала сейчас немного вонючей ванне. Она очень сильно воняет. Я, блин, не знаю, что в ней делали, но она воняет просто, я не знаю, как трупы воняет. Трупы так не воняют, как воняет это говно. Максимально эротично, мне кажется, нет? Она притворяется, она не умирает, все хорошо, я ее не убивала. Я даже на нее не орала сегодня. Я наорала на таксиста за то, что он поехал, короче, в не тот... Да, не в тот поворот, и я на него наорала, это было ужасно. Мне было очень стыдно. Короче, мы закончили. Катерина, попрощайся. Здравствуйте. Всем пока. Здравствуйте и всем пока.